В колымском поселке Бурхала изрядно подвыпивший 55-летний мужчина отказался проходить опрос в служебной машине полиции. А в подтверждение своего отказа он ударил правоохранителя 2 раза по голове. 14 августа текущего года следственно-оперативная группа отделения МВД России по Ягодинскому району прибыла в поселок Бурхала для проведения необходимых мероприятий по рассмотрению сообщения о преступлении по факту кражи автомобиля из гаражного бокса. Из одного из домов по улице Бурхалинской сотрудниками полиции был замечен мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления. На требование пройти к автомобилю для дачи объяснений мужчина ответил категорическим отказом, а затем попытался скрыться. После его задержания при доставлении его в автомобиль он нанес не менее 2 ударов оперуполномоченному уголовного розыска. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 318 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти». Безусловно, бить людей нельзя. Особенно нельзя бить людей в погонах. И это не только наша прихоть вечернего Магадана. Это запрещает делать и Уголовный кодекс, который мы должны все с вами соблюдать.